Микрофон Fifine, по заявлению огромной кучи обзорщиков и отзывов, чуть ли не самый лучший микрофон на рынке за свою цену. Модель данного микрофона AmpliGame, почему-то он игровой. Понятия не имею, по какому критерию микрофон именуется игровым. С лицевой стороны у нас характеристики, частота дискретизации, тоталитаризма. Кстати, я создал канал в Телеграме, где публикую лучшие, самые выгодные скидки и предложения во всем интернете. Так что, если кто-то хочет быть в курсе актуальных скидок, промокодов и акций, то переходите по ссылке в описании на мой Телеграм-канал со скидками. Дальше у нас то, что у микрофона встроенная звуковая карта, то есть это USB-микрофон, и также подсветка по периметру микрофона. Ну и все, с задней стороны, в принципе, вот то же самое. Но здесь уже указан функционал, можно сказать. Итак, из фишек у нас тут наличие кнопки мьюта наверху микрофона. Plug and play, то есть никаких драйверов там скачивать не надо, но это как бы обычно. Сейчас абсолютно все такое. Ну и опять же RGB-подсветка, поп-фильтр. И у микрофона есть уровень регулировки усиления. Ладно, внутри у нас тут что? Собственно, инструкция, вряд ли она тут кому-то нужна. Но, в принципе, его можно пролистнуть глазами. Здесь у нас указано оптимальное расстояние от микрофона для наилучшего звука. Указано в дюймах, 7 дюймов — это около 17 сантиметров. Такая небольшая инструкция для подключения к макам. Даже указали, что понадобится переходник, если на вашем маке нету USB-гнезда. Ну, такая информация для гениев, конечно. А так, в принципе, вся инструкция очевидная, типа нажмите на кнопку, оно заработает. Потом внутри у нас лежит сам микрофон. Микрофон у нас сразу встроен в держатель паук. И этот держатель как бы несъемный. То есть единственный способ его снять, это снять эти резинки по бокам. Тогда получится его вытащить. Только смысла в этом нет, потому что на микрофоне нету другого крепления. Ну а на самом пауке здесь такая резьба, куда уже вкручивается сам штатив для микрофона. Сам поп-фильтр такой, с металлической сеткой, довольно мелкой, и с ужасным рисунком улыбающегося лица. Он тут как будто съемный, но такое ощущение, что его можно снять один раз, сломав при этом. Наверху у нас кнопка мьюта сенсорная, только срабатывает она только в середине, то есть это не вся кнопка, а именно вот там, где значок, туда нужно тапать, чтобы выключить звук. А область по бокам, она ничего не делает. Ну а внизу регулятор гейна. Дальше в упаковке USB Type-C кабель. На одной стороне Type-C разъем, который вставляется в сам микрофон. А с другой стороны обычный USB разъем. Качество кабеля, ну такое, не что-то выдающееся, да. Самый такой обычный, средненький кабель. Длина его 2 метра, опять же, они зачем-то указали это в футах. Ну а если останется что-то лишнее, можно просто скрутить липучкой. Ну и последнее, что лежит в комплекте, это штатив сам. Вот этот штатив прям нормально сделан, он весь металлический, прям тяжелый чувствуется. В отличие от микрофона, В отличие от вот микрофона, микрофон практически ничего не весит, это еще вместе с пауком и поп-фильтром. Он прям как пушинка. А сам держатель, ну прям металл, тяжелый, ножки эти резиновые, снимаются. В общем-то раскрываем вот так вот, дальше накручиваем сам микрофон. Ну и все, он готов к использованию. Ну, этим можно регулировать угол наклона. Так, подключил микрофон к компьютеру, при подключении он автоматически определяется и начинает вот так вот светиться. В общем-то, подсветку здесь никак не регулировать, то есть оно всегда вот так светится и просто переливается. Микрофон можно выключить, нажав наверх, при этом выключается подсветка тоже. То есть подсветка сигнализирует о том, что микрофон работает. Ну и что можно сказать? Ну и как бы все. Остается небольшая запись звука. Итак, звук без обработки, записанный в обычной комнате с рекомендованного производителем расстояния от микрофона в 17,78 сантиметров. Расстояние от микрофона вымерено поверхностной линейкой нулевого класса точности. Нет. В комнате бытовой уровень шума, рядом включен компьютер без нагрузки, на стенах нет никаких звукопоглощающих материалов. Теперь я нахожусь на расстоянии где-то полметра от микрофона. Запись звучит так, как вы меня сейчас слышите. А сейчас вы слышите звук с расстояния около 1 метра.
Что мне сказать, я не знаю, идеи закончились, да и зачем вы будете с расстояния 1 метра что-то писать? Могу рассказать анекдот 18+. Подходит Петька к Василию Ивановичу и спрашивает: «Василий Иванович, что это такое? Нюанс». Василий Иванович и говорит: «Снимай, Петька, штаны». Петька снял. Василий Иванович достает хуй и сует Петьке в жопу. «Вот смотри, Петька, у тебя хуй в жопе, у меня хуй в жопе, но есть один нюанс».